Так, ребята, всем привет. Итак, карбюратор Ниб я установил. С горем пополам, конечно, помучился 3 часа. Понастраивал. Все-таки у меня все нормально в итоге получилось. Сделал прокаточку небольшую. Так что все хорошо. Так вот, если сравнить, какой у меня был до этого стоял. Вот. Здесь плохо видно на широкий угол. 19 ПЗ. А у него фильтр, патрубок намного больше у Ниби. Поэтому пришлось мне тут немножко разрезать его 4 раза и изолентой натягивать, изолентой пока обматывать. Ну, временно все. Байк я завел. Одно не получилось завести с фильтром, из подсоса пришлось закрывать рукой, чтобы завести. Сейчас едем мыться, это все надо помыть и будем кататься. Сразу кратко расскажу, что и как. Если вам нужна скорость свыше 70 км в час, чтобы тянул в гору, то Ниби 22 вам подойдет. Опять же, это при звездах 16 передняя и 39 задняя. Но также еще хочу летом попробовать 17 звезду поставить для более высокой скорости. Ну а тем, кому достаточно 60-70 км в час, в принципе, можете не заморачиваться, оставить 19-й карбюратор. Ну, при условии, что у вас стоят звезды 14-е впереди и 39-е сзади, как у меня было в стоке. То есть в гору везде все тянуло без проблем. Но когда я поставил 16-ю переднюю звезду, то уже в гору существенно тяга падала. И те 70-75 км в час данный байк уже не набирал. Вот. А когда поставил Ниби 22, все просто летало как надо. Так, ну а теперь сейчас более немножко подробно. Устанавливал я, в принципе, и настраивал в течение 2-3 часов я это все делал. Потратил на это все. Какие недостатки? Ну, такие небольшие. Первое, что раструб родного воздушного фильтра оказался меньше, то есть там примерно около 40 миллиметров, а у данного карбюратора 46 миллиметров. Но я нашел выход, уже сделал фильтр ручной. Ну, как ручной, как сказать это правильно, самодельный фильтр с более большой поверхностью. То есть все, я потом ролик сделаю, покажу все, как делать вообще без проблем. Ну и второй, более такой, да, недостаток, как мне показалось, это подсос. Подсос у него в виде штока такого на самом карбюраторе, то есть вот такой закрылки, как на стандартном нашем, да, 19-м родном. Там такой штуки нету. То есть зимой он не заводился с этим подсосом. Когда вот вытягиваешь, там такой шток. Ну, покажу вот сейчас. Фото приложу. То есть не заводился, приходилось ладонью закрывать вход воздушного фильтра, чтобы создать разрежение, да, чтобы более бензин поступало много. Ну, соответственно, то есть искусственно, как заслонку, как закрыть заслонкой искусственно. Вот. Ну и в остальном вот завелся, все отлично, показал себя превосходно, нигде проблем никаких не было. Вот покатался где-то в течение, не знаю, получаса, наверное, и в гору позаезжал, и по лесу поездил, так что все понравилось, все отлично. Но так как, конечно, вот из-за вот этого подсоса, да, проблематичностью,
зимой, когда у нас сейчас еще больше похолодания, уже доходит до минус 5, до минус 6, я решил поставить все-таки родной 19, так как в любом случае где-то скорость развивать мне уже, никак не получится. В основном буду где-то ездить по лесу, где скорость будет, я не знаю, максимум 30-40 км в час. Это и то на шипованных шинах. Про шиповку шин тоже сделаю ролик. Вот уже заказал болты, уже все прикинул, что как буду делать. Тоже засниму видео, покажу, потом поставлю. И также протестирую байк на шипах. Так, также что планирую, еще ролик по одежде, то есть расскажу, покажу, что я одеваю, как защищаюсь от холода, чтобы руки не замерзали, ноги, тело. Вот, так что до новых встреч.